подводим итоги матча «Креатив Юпитер». Победа «Инопланетян» 6-2. Александр Бережной, Иван Марковец. Вань, с победой. Резюме по игре. Спасибо сопернику за игру. Для начала хотелось бы сказать. Вот, резюме по игре. Ну, наверное, я не в обиду сопернику. Скажу, что, наверное, это была победа на классе. В первом тайме у нас много не получалось. Было очень тяжелое поле, на мой взгляд. Был сильный дождь, просто сильнейший. Немножко перестроились, как обычно, в перерыве. В принципе, мы сделали котировки по выходящим на поле по заменам. И, в принципе, в первые, наверное, 5 либо 7 минутки. Там, по-моему, счет уже был 5-0. Потом просто играли, как называется, в удовольствие. Поэтому позволили себе наши ребята слабость. За что, наверное, сейчас от тренера Никита Андреевича в раздевалке получит. И пропустили, ну, совсем уж необязательных 2 гола. Надо сказать, наверное, так. Креатив подустал во втором тайме. В первом еще было неплохо совсем по передвижению по полю. А во втором тайме подустал, закономерно получили голы. В принципе, как-то так. Ты говорил, что тяжело вам играть 2 игры в один день. Сейчас игры разнесли. Как скажешь, лучше стало? Да, безусловно. Мы вчера единственное, что... Вчера, к сожалению, по серии после матча в пенальти мы там проиграли. Вот. Немного разбиты сегодня. Но это же очевидно, что сегодня мы прям, по крайней мере, мы бежали. Это было видно, были замены, и все ребята были очень настроены на то, чтобы победить. Отсюда и как бы и голы. Все, мы там все ниже. Немножко себе потратили хотя бы статистику по голам. Я так понимаю, цена перевода игры на воскресенье – это отсутствие Дмитрия Максимова? Нет, у нас ротация, мы сегодня Дмитрию дали отдохнуть, потому что наш дядька уважаемый, возрастной уже, поэтому, ну, вчера он нам очень сильно помог, поэтому дали ему паузу, у нас, слава богу, с людьми проблем никогда не было, сейчас очень приятно, что радует явка ребят, все хотят играть, все хотят попасть в заявку, поэтому очень здорово, что у нас все получается, поэтому это запланировано, Диме дали отдохнуть. Саш, что ты скажешь по игре? Ну да, он все правильно сказал, что сегодня обыграли на классе, просто нам мы еще к таким командам ни эмоционально, ни физически просто не готовы еще. То есть сейчас будем набирать, потом уже. Ну и вышли второй тайм, просто сами себе опять, понятно, что тяжело против таких команд играть, но выходим, сами себе привозим второй тайм, самые первые минуты, и мы выдаем пас на пустые, ну, грубо говоря, там с выходом, ну... То есть, ну, это тоже от того, что еще эмоционально даже нету заряда. Я смотрю, что глаза пока ни у кого не горят. Ну, может быть, это из-за того, что все чувствуют, что физически еще не очень готовы. Поэтому эмоционально тоже тяжело себя заряжать. Ты вроде пытаешься, хочешь, а ноги не бегут. Поэтому, ну, сейчас начали, мы еще там в турнир заявились еще в один. Так что будем набирать потихонечку. Я думаю, что там пару игр еще, и, я думаю, выйдем на прежний свой уровень. Насколько такая погода повлияла на игру? Она была вам в плюс или в минус тоже? Ну, мне казалось, что в плюс. То есть, что можно было, по крайней мере, на отбой первый тайм отыграть, продержаться, а там, может быть, можно было за что-нибудь цепляться. Ну, по факту, тут в любую сторону могла погода как бы сыграть. Любой удар, у них команда бьющая, бьют там рикошет, скользкий мяч, гол. То есть, ну, тут не знаю, тут не важно вообще по факту. То есть, что одной, что другой команде. Дождь всегда не очень комфортно. Мы как бы в нем играть, как бы, но, в общем, без разницы. Забыл поздравить Максима Антонюка со свадьбой. Макс, желаем тебе семейного благополучия, счастья, любви и всего самого хорошего. Наша дружная команда тебя поздравляет от души. Молодец, вам счастья, добра. Пока-пока.